Вечер добрый, мои дорогие люди. А действительно, вечер достаточно неплохой, хороший как раз. Ветра нет, солнышко, не холодно. Для пикничка как раз самое оно. За сегодня было две тревоги только днем. И это как бы меня радует. Ну и вроде бы все тихо, спокойно, слава богу. Ну что, ребят, теперь ваша очередь рассказывать. А то все я рассказываю, это я. Рассказывайте, как у вас дела, кто где находится. Какая погода у вас, какая водичка, если кто-то возле воды, допустим. Мало ли, может, кто-то из Испании смотрит, а я даже не в курсах. Вот. Да и в целом, как... В целом, помимо погоды, как обстоят дела, было бы интересно узнать. Так что пишите, не стесняйтесь, мне тоже интересно что-то узнать. Потому что на вечер, на сегодняшний, у меня для вас новостей никаких нету. И это хорошо, я рад этому, кстати. Я уже иду домой. А вот сейчас покажу вам чертополох, который уже отошел. Вот так он сейчас выглядит, видите? Непрезентабельный вид. Ну вот как-то так. Так что жду ваших комментариев, друзья, видите? А, и напишите еще в комментариях, хотите ли вы чаще видеть мои ролики, на всякий случай. Ну, для понимания. Тогда будем что-то думать, если что. Всем спасибо заранее и на связи.